Как получить охотничий билет? Важнейший вопрос для тех, кто решил обзавестись оружием и отправиться на охоту. Чтобы успеть к началу охотничьего сезона, ульяновцам достаточно подать заявку на получение документа на портале госуслуг. В данный момент уже 70% всех поданных заявок от общего числа приходится на подачу через портал госуслуг. Это очень удобно для граждан, так как они приходят в министерство или в любой из МФЦ города и области Ульяновской, получайте только один раз. Для подачи заявления достаточно через свою учетную запись зайти в раздел «Культура, досуг, спорт» и выбрать «Выдача охотничьих билетов». Все личные данные автоматически подключаются из личного кабинета пользователя, так что вводить их еще раз нет необходимости. Нужно лишь загрузить свою фотографию, которую в дальнейшем нанесут на документ. Написал на портале госуслуг заявление и сразу же получил охотничий билет, не приходя 10 раз в организацию для того, чтобы написать заявление, отдать его. Готовый охотничий билет можно получить через 5 дней в Министерстве сельского лесного хозяйства по адресу улица Радищева, 5, кабинет 11. С собой следует взять оригиналы документов, указанные в заявлении. Срок действия нового охотничьего билета не ограничен. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.